Многие страны пока закрыты для российских туристов. Спрос путевок на Черноморское побережье растет. Где ульяновцы собираются отдыхать этим летом, сейчас узнаем. Я пока по поводу отпуска тоже не думала. Хотим с семьей, во-первых, съездить на турбазу, но это уже в конце лета. А так я буду работать вожатой. Я старик, пенсионер, в отпуске я, в саду швыряюсь целыми днями, как на работу хожу. Вот так и планирую. Отпуск кончится, на работу пойду. Ну, не знаю, в июне едем в отпуск. Куда едете? Ну, на юг. А потом? А потом на работу. Ну да, вообще лето – это любимое мое время года. Но в этом году, наверное, никуда не поедем. Будем в городе отдыхать. Ну, на пляж прежде всего ходить, на дачу к родственникам. Дочка у меня приезжает из Карелии. Надеюсь, тоже где-нибудь в бассейне будем отдыхать, заплывы делать. Мы медики. Мы учимся. Мы будем проходить практику. Вот, а дальше, наверное, отдыхать. Куда-то поедете или здесь будете отдыхать? Ну, пока, да. Хотелось бы, конечно, куда-нибудь съездить. Конечно. Ну, хочу выбраться куда-нибудь на озеро в нашем регионе. Остаться в нашем регионе, посетить какое-нибудь красивое место. Вот. Я знаю, есть Голубое озеро где-то вот тут. И вот хотела бы туда выбраться. Я пенсионерка, у меня все время это отдых сплошной. Отдыхать. У нас мы учителя, поэтому мы только так и ждем с нетерпением. Но на нашу зарплату, простите, только дома сидеть. А я, наверное, поеду куда-нибудь в другой город. Ну, сначала диплом сдать, а потом в другой город уже поеду. Вот. А еще чем планируете заниматься? Спать, отсыпаться. Дача, бассейн, грядки, укроп, петрушка. Все.